На базе женской консультации нашего учреждения с 14 октября этого года открыт пункт вакцинации для беременных от гриппа и коронавирусной инфекции. В женской консультации есть 36 доз вакцин гамковидвак и 350 вакцин от гриппа Ультрикс Квадри. Врачи рекомендуют проходить вакцинацию от COVID-19 после 22 недель беременности, а от гриппа во втором и третьем триместре. Для того, чтобы вакцинироваться, пациентке необходимо подойти на осмотр врача-акушера-гинеколога, где ей будет разъяснено необходимость проведения данной вакцинации. В дальнейшем ее осматривает врач-терапевт и производится вакцинация. Необходимость открытия такого пункта вакцинации в женской консультации связана с тем, что в других местах, например, по месту жительства, беременным просто небезопасно находиться. Поэтому открытие данного пункта позволит им вакцинироваться без очередей и без контакта с больными инфекционными заболеваниями. Противопоказанием к прививкам является обострение хронических заболеваний. Только после обследования у врачей можно вакцинироваться. По новым правилам, беременных без QR-кодов также не пускают в общепиты и торговые центры. Пожалуйста, дорогие женщины, мы вас приглашаем, приходите, будем вакцинироваться. Кроме женской консультации, открылись 10 новых пунктов вакцинации всех желающих в Альметьевском районе. Вакцинироваться можно в стоматологической клинике, наркологическом диспансере, исполкоме, спорткомплексе «Мирас» и других учреждениях. В кожно-венерологическом диспансере смогут привиться иностранцы, в медколледже – студенты учреждения. Подробнее изучить перечень новых пунктов можно, отсканировав QR-код на экране. В перечне можно выбрать наиболее удобный пункт, записаться по указанному номеру телефона и прийти к указанному времени. В некоторые учреждения запись не требуется. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Рената Столярова, Ильнур Залятов, новости Юго-Востока.